Влад, во-первых, с победой. Что скажешь об игре? Тяжелая игра против хорошего соперника. Первый тайм нам, думаю, удался лучше, чем второй. Во втором более играли на контратаках. Где-то, может быть, даже повезло во втором тайме, что нам не забили. Но главное, что мы выиграли и 3 очка в копилочку. Знал ли, что вот достигли определенного рекорда по количеству побед в ряд? Ну, это только радует и, наоборот, подстегивает, чтобы еще больше побеждать. Много команда создает моментов. Ты очень часто подключаешься, соседаешь. Вот насколько это приятно. Ну да, сегодня, может, там что-то мы не забили, но создавали довольно много. Ну да, в первом тайме у нас были моменты. Может быть, где-то не хватило мастерства, где-то не повезло. Но мы тренируемся, работаем для того, чтобы создавать моменты и забивать. Тренер говорил с вами в раздевалке, что сказал после игры? Поздравил с победой, сказал, что молодцы, и двигаемся дальше.